проклятие. Проклятие 8 марта. Если во всем цивилизованном мире это день борьбы женщин за свои права, за ту же квоту в 45% в парламенте, то у нас... Еще в советские времена 8 марта удачно обратили в день шопинга и склизлых, подлобатых анекдотов о женщинах. С откровенным наставлением: женщина в кухню, женщина в койку, равно будь красивой. Что розовенькая и пушистенькая, длинноногая, как Барби? А что, если внешне женщина некрасива, а... Давайте лучше говорить о ней как о личности и обращаться к ней, с ней, как с дамой, пани, мадам, фрау, мэдэм. Уф, пошли. Дайджест художественных событий первой половины марта 2013-го. Нет. Помимо групповых выставок в «Желтых великанах» и МСИО, где кураторами выступили Лариса Звездочетова и поэт-песенник, в прошлом рок-музыкант Сергей Бакуменко, групповой была выставка, хочется надеяться, проект «Слава Фролова Групп». Это было практически арт-парти, арт-вечеринка, прием и презентация творчества молодых в центре Коробчинского. Было весьма бонтонно. Хорошо, демимонд. Субботним вечером был монд. Светские и полусветские особы, угощение и музыкальное сопровождение. Происходила презентация южного крыла «Слава Фролова Групп» в поддержку молодого украинского искусства. Представлено было творчество 18 авторов, из которых лишь двое – одесситы, по одному из Херсона, Днепропетровска и Львова. Остальные – большинство – киевляне или из Киева. В основном – живопись, различная по качеству и, естественно, стилистике и, очевидно, тематике. Что волнует, беспокоит или будоражит нынешнюю молодежь, тотчас становилось очевидным. Правда, не сразу. Уж слишком многолюдным было собрание – однако само намерение поддерживать молодых позитивно, полезно и, хочется верить, плодотворно. Слава Фролова, одесситка, уехавшая в столицу нашей отчизны, вернулась с благими намерениями. Посреди живописных работ, расположившихся на двух ярусах больших экспозиционных пространств, можно выделить и качественные, и любопытные творения. Но обращают внимание объекты. Маленькие, но скульптурки. Они ехидные, славные и хорошо, оригинально сконструированы. Особо притягательна жаба, лягуха, отсылающая уже к установленной скульптуре Стиву Джобсу, авторства Кирилла Максименко. Во-первых, скульпторов, как и графиков, в Украине нынче крайне мало. Их занятие многотрудное и скрупулезное. Можно лишь пожелать успеха Славе Фроловой и поддержки проектам «Южное крыло» все же наших одесских художников. Теперь можно и приуроченное к 8-мартовским святам показать коллекцию Евгения Доменко, выставку в галерее «Муза», проект Алины Гордиенко плюс выставка на чайной фабрике. Нет лучшего повода представить собрание «Ню» в канун 8 марта. Пусть женщины во всем мире борются за свои права, мы здесь будем любоваться. Но логика коллекционера Евгения Доменко иная. Его интересует рисовальная выучка художников, то, как поставлена рука, как отрабатывается мастерство изображения, что делается, в том числе на моделях, натурщицах. Но ведь симметрично существуют и натурщики, однако в канун превалируют женские натуры. Да и работы явлены от
уже легендарных авторов до молодых и среднемолодых. От Валентина Хруща. А какая японского романтизма рука была у Олега Соколова, а Давид Беккер, Геннадий Гармидер. Широко представленные «Ню» от Елены Щекиной и Станислава Желобнюка заставляют многих даже наклеивать на них бирку «Пристрастие к порнографизму». Да, в чем ни при каких обстоятельствах нельзя было заподозрить Юрия Егорова, невозможно Александра Лисовского, вот кто тонкий стилист. А тем более из молодого поколения Альбину Елозу. У них всех имеются и свои темы, и собственные стилистики, и рука рисовальщика. Выставка «Ню» в канун во Всемирном клубе одесситов предоставляет возможность внимательного, близко рассмотреть, узреть, разгадать штрихи зарождения рисунка, того, что стало в эру фотошопа и интернета раритетом. Впрочем, если уже редкие уличные художники изобразят вас карандашом фотографически точно, это нужно ценить. А вот отразить пластику телесности в индивидуальной манере – это уже ход к мастерству, способности сказать нечто большее, чем изображенное. То же самое «Ню». Идея накануне 8 марта сделать женскую выставку не нова, даже почти что традиционно. Само название «В музе только девушки» обыгрывает не столько название галереи «Муза», но и обидное, часто употребляемое обращение к дамам, как девушкам. Тем более, что в экспозиции представлены холсты именитых авторов, мастеров живописи, Веры Кулигиной и Аллы Крикун, столь кричаще разнообразного их творчества. Ностальгический перфекционизм Кулигиной перекликается с работами Татьяны Гончаренко и Ирины Добровецкой. Зато за свой экспрессионизм, называемый одесским Ван Гогом, Алла Крикун, достоверно и выразительно. А здесь, в музе, не столь экспансивно. Фактурность же Ульяны Хохловой оттягивает полотна в декоративизм. А вот творение Оксаны Спиндовской, либо Ольги Котовой, созданной в безликой, в прямом смысле слова, но пластически выразительной новой южнорусской школы, Лариса Демьянишина, требует отдельного внимания, однако вся выставка целиком отчетливо говорит о том, что женская солидарность существует, что при всей разноплановости натур художниц, при всей разноплановости их творчества, они способны сотрудничать и говорить о красоте, загадочности, таинственности мира и быть одновременно экспрессивными, выразительными. Проект Алины Гордиенко «Женская жесть» являет 8 художниц, 5 работают в живописи, одесситки. Работы смешанной техники одной из днепропетровских близняшек Гаевых совместно с Татьяной Шлопак. Керамика, как всегда, саркастично гениальная от Натальи Мариненко. Женская жесть присутствует в виде невротических обликов от Ольги Ивановой,
гламурно-гринвеевского диптиха куратора же Алины Гордиенко, созданного в стилистике Врубеля и Леонида Андреева, жутью Елены Домбровской, полотна оголенной, нет, не оголенной натуры, обнаженки с названием «Фемида». Тут промо, скрытая внутренняя жуть Анны Русаковой и наружная жуть Инны Хайсливой. Есть здесь и жесть-жесть с розочкой посреди. Good. Працюе. А отменно сочетаются под стать худпромовской ЖЖ, женской жести, выставка в ЭЦСИ «Чайная фабрика». Хотя нынче, весь последний год, специфика центра в, скажем, импорте-экспорте. Они не работают с местными одесскими художниками, а импортируют киевских, днепропетровских, etc. авторов. Вот и выставка «На дороге» приехала из Киева. Катерина Берлова выставляется там в самом ЦСИ М-17. А «На дороге» воспроизводит ситуации художницы в пути следования в дороге. Или попросту «mitfahren». Ну, ты все-таки молодежь 21 века. Ну. Это мои Иры, мои Катина, то есть это. Намеренно отстраняясь от навязываемых проблем красоты или салонов красоты, которых нынче в городе много больше, чем продуктовых магазинов или канцтоваров. Главное, чтоб машинам было гладко. К несчастью, любование красотой женщин 8 марта омрачается подготовкой к любованию по статью обликом Т.Г. Шевченко, как идолом 9 марта. Ведущих тікав мені, кричали підожди, дай нам свого лоба, ми поставимо клеймо. Ти свободний чоловік, не бійся, дружина, але під своїм ліжком я тримав недоторканий запас. 40 пачок верховини, мило має тільки майка, шапка, чоботи, куфайка, і з начосом калісяне. 40 пачок верховини, мило маєтки і майка, шапка, чоботи, куфайка, і з начосом калісони. По щастю, не всі українці – ідолопоклонники. Среди них имеются и хомо-сапінці, і даже талантливые, без возвеличення. Как Владимир Кабаченко.
Как-то кабачинка особенно не высовывается, по киевским международным фестам не показывается, но качество изначальное свое, мифологизм и, главное, образность, характерные образы являют. Большой выставки в художественном музее, что на Софиевской. В завершении пойдут котики. Их выставил уважаемый график, а в прошлом и афортист Геннадий Гармидер. И хотя котик изначально мещанство и слащавость, но у Гармидера в музее Блещунова они коты. С характерами, ситуациями, словом, персонифицированные и очеловеченные, где человеческой натуры больше, чем кошачьей. А супруга художника, сказывают, все восклицала, тут каждый кот его автопортрет. Для ребенка одна гривна, для взрослого две гривны. Очень демократичные цены. Ну, там коты, конечно, не сидят, но смотрится очень хорошо. Очень сильно. А так, как-то сейчас спокойно. Приходит крыса. А к ним не приходят, да, потому что коты есть. Все-таки есть. Знаете ли, это ситуация, когда талант превосходит тематику. У дочки рыбки. Ну, когда это принесли, муж поставил, он пошел, обошел, обнюхал всю квартиру. Такова она, художественная жизнь Одессы первой половины марта 2013-го. Уже не холодно, но так, тепловато. Scioglie in sangue.